Я сама с Украины, но живу в Германии. Вот. И как-то мне пришло в голову, что надо научиться плавать. Это одна из моих трех целей в жизни, которые у меня остались. Научиться плавать, выучить французский и научиться играть на пианино. Ну, или возобновить. Вот. Ну, я начала с плавания. Я нашла тренера у нас в городе и научилась, ну, раньше я так вот плавала, и вот так вот, ну, вот так вот. Нашла тренера, он меня научил плавать кролем, но в какой-то момент я поняла, что с его методами я далеко не проплыву, вот это вот больше ног и сильнее грибок, и когда-то силы заканчиваются. Вот, и тут я познакомилась с одной девчонкой. Вот мы выяснили с Вячеславом, что у нас есть общие знакомые. Что, серьезно? Да. Удивительно. Вот. Она из Перми, она приехала к моему коллеге по работе. Вот. И мы встретились, я говорю, надо познакомиться, как это так человек проплыл через Босфор. Ну, мы с ней разговаривали, и она говорит, total immersion. Я начала гуглить и нашла одну тренершу в Германии, поехала к ней на воркшоп. Так вот, чуть-чуть научилась total immersion, вот, и думаю, это хорошо. Вот, а ну погуглю, посмотрю, есть ли что-нибудь в Украине. Погуглила, нашла Аллу, вот, написала, и мы позвонились, и вот так вот, я хотела тогда поехать на этот, на майский, но не вышло, потому что пандемия. Вот, а потом в этом мае я была опять в Украине, там, у нас было две тренировки, я была, да, это надо вообще, надо обязательно. Спасибо вот. Большое. И вот так вот, целей у меня таких каких-то особенных нет, я просто вижу, что то, что я раньше плавала и то, что я сейчас плаваю, я плаваю на одной и той же скорости, но раньше у меня пульс был намного выше, хотя мой уровень физической подготовки 2 года назад был намного выше, а сейчас я плаваю на той же скорости с более низким пульсом. Вот, и я думаю, что это, ну, что это техника. Цели, которые достигнуть мне нету, мне хочется просто плавать, потому что, например, в беге, если я бегаю, я думаю, что я буду покупать, как мне построить выходные, та-та-та-та-та, а в плавании у меня все отличается, потому что я знаю, надо у меня делать, надо акцент на этом или на этом, вот, и поэтому абсолютно отключается повседневность, и это хорошо. Супер. Вот. Спасибо. Еще я боюсь плавать на глубине одна. Вот. И поэтому... Смотри, сколько. Смотри, какая поддержка. Вот на глубине боюсь одна. Ну и есть, правильно? Ну и есть, но это самое. Я так вот плыву, становится страшно, плыву обратно. Да? Нет. Уж, пожалуйста, ты тогда Димочке. Ну, потому что если вдруг ты исчезнешь, мы будем переживать. Нет, у меня буй есть, все нормально. Ты никого не хватаешь там? Нет, просто там драконы и монстры. О, супер, спасибо, что ты говоришь. У большинства людей есть драконы и монстры. Вот. Просто они об этом никому не рассказывают. Поэтому, знаете, вы не одинокие, драконы, монстры и всякая хрень, которая они там... Есть, да? Они существуют, да, у меня каждого свой дракон. Не, но в группе как-то не страшно, а вот если да, одной... типа всех, может, я последний. Надеюсь, что поживут всех. Не знаю, мы что-то рассчитываем. Мы невкусные. Хорошо. По эти штуки с ними встречается каждый нормальный человек. Просто еще, если вы не встречались, значит, не было подходящих условий. Вчера 2 ската видела на дне. Прекрасно. А мы рыбу иглу, которая охотилась и спилячилась в камень, промахнулась мимо маленькой рыбки. Тут много всякой живности, мы расскажем все. Тань, спасибо большое. Вот, ну, надеюсь, давай... что у нас будет интересно. Я хотела просто сказать спасибо за вашу работу, за то, что вы это делаете. И я сюда приехала чисто посмотреть Турцию, я никогда не была. У меня всегда были какие-то предрассудки. Вот. Мне все понравилась погода, понравилось время, в котором мы были, место, еда, хороший отпуск. И я попутно узнала, что такое зацеп. Ты даже показала его! Я была на глубине. Мне было комфортно, ну вот волны это не отменить. Вот. Я просто хотела сказать спасибо, и я думаю, что мы еще будем встречаться. Приезжай, Киев, нам! То, что я встретила чудесных людей.
вечерние разговоры за бокалом вина. Это то, что... Да, да, да.